Международный опыт в области борьбы с налоговыми нарушениями показал, что применение электронных счетов фактур по налогу на добавленную стоимость является действенным инструментом пресечения схем ухода от налогообложения, одновременно обеспечивает прозрачность как в налоговом администрировании, так и в предоставлении плательщикам возможности эффективно использовать время и материальные ресурсы. Как показывает практика, в основе большинства уклонений по НДС лежат сделки с лжепредпринимательскими структурами, предъявляющими покупателям товаров налог на добавленную стоимость в первичных учетных документах, но при этом не уплачивающими его в бюджет, либо уплачивающими в значительно меньшем размере, а потому установлено. Электронные счета фактуры являются обязательным документом для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость для всех плательщиков. Кроме того, плательщики налога на добавленную стоимость обязаны в отношении каждого оборота по реализации товаров, работ, услуг выставлять покупателю товаров, работ, услуг, либо направлять на портал электронные счета фактуры. Для сотрудников контролирующих органов введение электронных счетов фактур видится действенным механизмом в борьбе с налоговым мошенничеством. Эффективность такого алгоритма действий обеспечивается за счет исключения возможности сокрытия предъявленных продавцом покупателю сумм НДС, а также невозможность зачета сумм налога, который не был исчислен продавцом. А это предотвратит необоснованный возврат денежных средств из бюджета. С учетом норм налогового кодекса и разъяснений Министерства по налогам и сборам, плательщики налога на добавленную стоимость имеют право принять к вычету суммы налога на добавленную стоимость по первичным учетным документам при наличии письма контрагента покупателя, в котором указаны причины невозможности выставления электронных счет-фактур. То есть недоступность портала, сбои в оборудовании, невозможность настройки бухгалтерской системы и другие. Электронный документооборот является обязательной составляющей эффективного управления на предприятии. Затраченные средства при грамотной организации процесса в конечном итоге отразятся на стабильности условий ведения бизнеса, достоверности оформляемых документов.